Отдельная тема, которую мы с вами будем рассматривать в ближайшее время, это работа по организации и транспортировке твердых бытовых отходов. Хотел бы еще раз напомнить, что все свалки, которые есть, все полигоны являются официальными. И сразу предупредить всех глав муниципальных образований. Коллеги, я вас прошу очень сильно оберегаться от того, чтобы к вам завозили мусор из других регионов. Это ваша персональная ответственность. Особенно это касается Кимрского района, города Кимр, Калининского района, Кашинского, Калязинского, Зубцовского района, Ржевского района. Коллеги, если мы кого-то увидим за этим занятием, если мы увидим у кого-то мусор не с наших муниципальных образований, готовьтесь сразу к большим проблемам со стороны правоохранительных органов и по административной части. Никакого приема мусора ни за какие деньги с территории других субъектов вы не осуществляете. Никакой команды никто никому не давал. Я хотел бы сразу внести ясность в этот процесс. И особенно у нас вызывает тревогу, это Кимрский район и город Кимры. У нас здесь Кимрский район присутствует, да? А город Кимры здесь у нас? На слепе. Да, здесь написано. Да, вот вам напоминаю, ваша персональная ответственность. Мы знаем, что у вас там какие-то судебные процессы проходили. Мы на этой неделе начнем заниматься очень внимательно вашей свалкой. Мы имеем информацию, что вам постоянно попадает мусор из других субъектов Российской Федерации. Хотел бы еще раз напомнить о вашей персональной ответственности и плюс ко всему о публичной ответственности перед жителями города Кимр, Кимрского района и Тверской области. Значит, соберите у себя всех ваших арендаторов, муниципальных людей. Готовьтесь к тому, что все это будет передано в областную собственность в ближайшее время. И осуществлять туда вывоз мусора пока можно только Кимрам и Кимрскому району и тем муниципалитетам, которые с вами имеют соглашение, если это существует. Я пока еще не в курсе до конца, не изучил ситуацию по Калязинскому и Кашинскому району, который к вам примыкает. Но ясно одно, никакого мусора ни из каких других субъектов вы не принимаете. Говорю это публично, под протокол, чтобы все слышали и знали. Если хоть одна машина там будет из другого субъекта, сразу будут большие проблемы. Коллеги, я говорю это при всех, чтобы все это слышали и все это понимали, да, что ничего личного у нас нету, но вы должны понимать, что мы не мусорный регион, для того, чтобы отдельные предприниматели нам устраивали проблемы. Сегодня это вопрос касается не именно каких-то отдельных муниципалитетов, это вопрос вообще экологии, экологической безопасности Тверского региона, вопрос будущего, так сказать, нашей территории. И, конечно, мы хотим четко, чтобы весь бизнес имел повышенную социальную ответственность и понимал о неотвратимости наказания, которое последует за неправомерные действия в области оборота с твердыми бытовыми отходами. С 1 января 2019 года уже обязанности будет выполнять наш региональный оператор. Как мы говорим, мы не будем забегать вперед, но мы исходим из того, что это должна быть наша государственная областная компания. Так же, как и все свалки-полигоны, мы планируем перевести в нашу областную государственную собственность.